Заграничный приезд. Караганду посетили чиновники из Белоруссии во главе с премьер-министром Михаилом Мясниковичем. Рабочая группа побывала на предприятиях области и познакомилась с их работой. Гости пробыли в регионе 2 дня. Заграничных особ встречал лично аким области Абельгази Кусаинов. О сотрудничестве Караганды и Белоруссии в следующем материале. В составе официальной делегации не только глава Кабмина Белоруссии. В шахтерскую столицу прибыли руководители ряда министерств, представители Академии наук этой страны и чиновники. Одной из главных целей приезда – создание нового совместного предприятия. Другими словами, в городе Горняков в скором времени, возможно, появится компания по производству тракторной техники. Мы вместе с губернатором оговорили также еще и вопросы создания еще, возможно, в Караганде еще одного крупного предприятия. Это по тракторной технике. Первый объект, который посетила делегация из Беларуси в совместности с акимом области, это сервисный центр по обслуживанию тяжелой техники марки «Катерпиллар», где они ознакомились с работой предприятия. Данный проект был включен в карту индустриализации. А необходимость создания сервисного центра вызвана отсутствием ранее в стране предприятий по ремонту агрегатов для тяжелой техники. И в большинстве случаев они завозились из-за рубежа. Ну, мы увидели, что еще очень большая работа впереди. Конечно, надо отметить то, что предприятие, которое занимается сервисом и ремонтом мебелазов, они серьезно продвинулись вперед и фактически из безнадежных машин делают то, что достаточно широко востребовано. Но, с другой стороны, это уменьшает объемы продаж новых машин. Но надо находить где-то такую золотую серединку. Также гости из Белоруссии посетили совместно казахстанско-белорусское предприятие «Казбелаз». Не так давно компания начала заниматься сборкой и ремонтом агрегатов карьерной и шахтной техники «Белаз». Также данный проект включен в карту индустриализации. И мы вместе с губернатором и руководством правительства Казахстана договорились о том, что здесь будет полноценный завод, которому будет передана соответствующая техническая документация, все необходимые нормативные документы для того, чтобы машину грузоподъемностью 45 тонн практически осуществлять с глубокой локализацией. Последним объектом посещения в шахтерской столице для белорусской делегации стал международный научно-производственный холдинг «Фотохимия», где гостям показали весь цикл производства препаратов. Нурила Туржан, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.